Полезный город. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полезный город». В студии Инга Дегтярева. И у меня в гостях генеральный директор Кировской экспертно-строительной организации Павел Рылов. Павел, добрый день. Добрый день. Павел, скажу честно, промониторив сайт КСРФ, помимо более-менее понятных услуг, таких как строительный контроль, либо проектно-сметная документация, нашла такую строчку, как услуга технического заказчика. Вот про нее хотелось бы сегодня спросить, раз уж у нас программа «Полезный город» и мы топим за полезный контент, расскажите, что же это такое? Технический заказчик – это в первую очередь представитель инвестора на объекте строительства. Uh-huh. То есть его основная функция – это сделать так, чтобы строительство шло, собирался весь пакет документации, который необходим для строительства, для начала строительства, для завершения строительства. Uh-huh. И вторая, не менее важная составляющая – это качество и безопасность строительства, как и стройки в целом. Вот поэтому техзаказчик обеспечивает в первую очередь безопасность, качество и самое главное – это контролирование всех денежных потоков, которые идут на стройки от инвестора. Понятно. А есть разные виды строительства, да, разные объекты. Вот в каком случае лучше обращаться за услугой технического заказчика, а когда можно вполне обойтись без нее? В основном это крупные большие объекты, технический заказчик. Инвестирование начинается от 50 миллионов примерно, да? Uh-huh. То есть это торговые центры, это там производственные объекты, реконструкция. То есть, в принципе, можно обратиться и даже на строительство коттеджа. Да, если человек uh-huh. зарабатывает деньги, и ему некогда заниматься бумажным, волокитой, получать разрешение, согласовывать проект, контролировать стройку, то он может тоже обратиться. Но, как правило, это крупные объекты, которые общественные здания, сооружения, либо промышленные объекты. То есть, если мы затеваем большую стройку, собираемся вложить много денег, хотим, чтобы все было под контролем, обращаемся, называется услуга технический заказчик, и вы уже обеспечиваете как раз там контроль и сопровождение. Непосредственно представители инвестора на стройке. И контролируем все от и до, и мы полностью отчитываемся. Угу. Спасибо огромное, Павел. Это была программа «Полезный город». Более полную информацию по услуге технический заказчик, а также остальным услугам компании КЭСа вы можете обратиться по адресу Московская, 107Б, 10 этаж, номер 219-900. Все верно, Павел? Все верно. Всем хорошего дня, всего доброго. Полезный город.